В Москве сегодня простятся с Эльдаром Рязановым. Траурная церемония начнется через час в Центральном доме литераторов на Большой Никитской. Там же пройдет гражданская панихида. Похоронит режиссера на Новодевичьем кладбище. Эльдара Александровича не стало в понедельник. Он ушел на 89-м году жизни после болезни. Те, кто знал его много лет, и те, кому посчастливилось работать с ним, говорят, Рязанов обладал редким талантом чувствовать время. Был мудрым, ироничным, терпеливым и бесконечно искренним. Таким же были его картины, которые любят миллионы зрителей. Thank you.